Ты белый? Ты его. What? 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 No! What do you say me now? No, no, я не знал. No? А может быть договоримся? А может быть я тебя отчислю? Ой, спасибо большое, Лена. Ты когда с кем-то была? Ты была учителем английского языка, да? Да, я. Ну хорошо, где давай микрофон Кристине? Кристина? Не, надо садиться. Можно садиться, хорошо. Здравствуйте. А где Леха? Там. Леха там, да? Можно. Что он делает? А можно я его заберу? Забирайте. Можно, да? Вот. А как он кушал сегодня? Вкусно. А спал сегодня? Спал? Спал. А ты что, не дергал за сказочек? Нет. Он не описался. Кристина, вы догадались, кто вы? Вы воспитатель детского сада. Спасибо. О, здравствуйте. Вы так настойчиво добивались встречи со мной. Вот так добивались встречи со мной, так настойчиво. Да, очень настойчиво. Знаете, Алексей, вы мне были так нужны. У меня есть несколько интересных вопросов. А какой тираж в вашем издании? Ой, знаете, я его даже сейчас точно не помню. Мы колеблемся от 2 миллионов до 3. А скажите, вот у нас совсем мало времени, вот вы хотели пару вопросов как-то задать? Да, но мы можем перенести их в другую обстановку. Это-то да. Неожиданно. Ну вот вы знаете, что я хотел, чтобы вы записали, да? Вот министр Бороды категорически требует запретить рекламу бритвенных станков в жилет. Как же так? Новый указ. Вы напишите об этом? Мой муж этим пользуется, так что нечего делать, придется. Ну что ж, вы догадались, кто вы? Кто вы мои? Наверное, Путин. Может быть, Путин, но я вообще думал, что вы журналист. Хорошо. Ну что ж, давай передаем следующей девушке микрофон. Аня, стойте здесь. А, прямые. Прямые. Аня. Прямые. Косые. Вы хотите косые? Именно косые. Вы думаете, так мне больше пойдет? Именно так. Хорошо. А можно в зеркальце посмотреть, что получилось? Нет, нельзя. Я подсмотрю. А зачем вы меня взяли и попросили? Что было? Тюна, не Саша. А кто Анна? Парикмахер. Ну что ж, Анна, парикмахер. И следующая девушка, это... здравствуйте. А что вы мне посоветуете? Нет, я имею в виду беленькие, красненькие. Зелененькие. Нет, я... Мне девушки надо взять. Большой берем. Цвет. Берите большой. Большой, большой? Да. А сколько надо брать? 101. 101. Стоп. А если она подумает, что это 101 год ей? Поменьше. А если я возьму 3, то она подумает, что я считаю ее легкомысленной. Может быть, у вас есть особое предложение? Конфеты. Вы хотите предложить мне конфеты? Я продаю. В сердечном магазине? Ну хорошо, спасибо. Кто вы, Наталья? Продавец, я в магазине. Цветок, да. Флорист, да. Итак, следующий наш кандидат. Это Анастасия, не, я сяду, наверное. Ну, в этом конкурсе это не так у нас.
Ну что, вы выучили текст? Конечно. Ну давайте попробуем. На самом деле я забыла его выучить. Но как же так? Вы не выучили текст. У вас беззвуковая песня, а вы не знаете. Что? Давайте я вам буду подсказывать. А чего так? Жесток слой. Нет, это Филипп Киркоров. А чего так в России звезды шумят? Да-да-да. Вот, давайте попробуйте снова. Давайте. А чего так в России звезды шумят? А чего? Белоснольные. Вот это да. Так вы выучили все же? Нет. Это вы сами придумали только что? Я просто помню. О, ничего себе. Интересная у вас память. Ну что ж, Анастасия, кто вы? Певица. Более того, вы поете дуэтом с самим? Как ее зовут? Физрока. Ну что ж, спасибо вам большое. Мы продолжаем. Сейчас...